Звонок по рекомендации. Мне дали номерочек. Ждем. Алло. Алло, Екатерина? Да. Здравствуйте. Меня зовут Селиванси Екатерина. Я от Романовой Елены звоню. Да. Она дала ваш вот номер и сказала, что вы в интернете соображаете, а я как раз ищу активных, кому нужна подработка. А вы можете онлайн по инструкции готовы размещать рекламу? Ну, как вообще могу? А что делать надо конкретно? Мы размещаем рекламу по инструкции. Все шаблоны у нас есть. Обучение с нуля за 3 дня бесплатно. Обычно у нас за 3 дня проходят. А для сети интернет-магазинов. Компания-поставщику у нас 21 год, компания надежная, промышленный комплекс. А сколько надо работать? Какая зарплата вообще? Работать желательно не менее 3 часов в день. Зарплата, вот, например, ваш магазин делает товарооборот 300 тысяч рублей, да? Ваша зарплата 41 тысяча и еще единоразовая премия 55 тысяч. Но если быстро выходить на большой товарооборот, премия удваивается, да, будет 110. Если, соответственно, товарооборот в 2 раза меньше, то и зарплата в 2 раза меньше. Если в 5 раз больше, то в 5 раз больше зарплата. Но мы все помогаем, сопровождаем полностью. То есть у нас, например, девочки многие выходят за месяц, за 2 на такой товарооборот. Мы используем, например, вот в Инстаграме, автоматические программы для подачи рекламы, там инструкция у нас есть, все это в готовом виде дадим. Если, например, ВКонтакте размещать рекламу, там в открытые группы, ну как копировать, ставить, опубликовать, да, вот, там вручную тоже можем. Ну, программа есть, но настроить программу занимает столько же времени, как вручную раскидать, вот. И к нам регистрируются покупатели. При средней работе это 5-10 покупателей в день регистрируются к вам, и таким образом за месяц у вас собирается большая база постоянных покупателей, вот. И, в принципе, так как они постоянно делают покупки, то у вас за счет вот уже предыдущих уже пассивный доход появляется, а новых мы нарабатываем. А если у меня не получится? Ну, не получается вообще только у тех, кто на диване лежит и не размещает рекламу, да? А кто размещает, там просто не может не получиться. Ну, штрафов никаких нет. То есть сколько заработали, столько и получили, да? И если, ну, в крайнем случае, если уж так прям боитесь, то можете просто сами попробовать. У вас вот дилерская скидка, во-первых, будет 26%, да, сейчас. Можете себе что-то попробовать, взять вот хозтовары, там, одежду, да. Цены очень такие хорошие, недорогие, как... дешевле, чем в супермаркете, да? Ну, есть, конечно, брендовая там одежда дорогая, да, вот платье там от Юдашкина, ну, как бы это уж на любителя, да, в основном большинство продукции дешевле стоит, вот. Новичку в подарок хозтовары, да, будут идти, то есть это порошок и там кондиционер для стирки. Ну, это чтобы вы просто освоили, да, как происходит доставка, ну, чтобы сами были в курсе, могли новичку, мало ли что, вдруг вопрос у него будет, помочь там оформить заказ, да. Вот, поэтому вам компания дает еще подарок. Регистрация полностью бесплатна, платить вообще ничего нигде не надо. Вот, нужно работать, рекламу размещать, и вам проценты начисляются, ну, на карту банка каждые 3 недели в 12 часов ночи. Это по воскресеньям всегда у нас зарплата приходит. Вот, стабильно за 21 год компания ни разу не делала даже просрочки в зарплате. Вот. Хорошо. А как приступить к работе? Давайте я вам сейчас в WhatsApp вышлю. Вот на этом номере есть, да, у вас WhatsApp? Да, есть. Сейчас я вам в WhatsApp вышлю подробный прям текст, где все расписано. И там какие данные мне нужно выслать. Я вас сразу зарегистрирую, вам оформлю личный сайт сразу моментально. И сразу приступим к работе. Обучение я вам сразу тоже вышлю. Ну, все хорошо, все понятно. Ага, ну все, приятно было с вами познакомиться, будем сотрудничать. До свидания. До свидания.